Ребятки, сейчас я срочно сделаю топор, просто срочно. Потому что там какое-то очень странное белое дерево. И оно нифига не собирается. Я так полагаю, что оно должно будет собраться с помощью топора. Так, пока суть доделаю, еще, кстати, загрузим. Вот 10 стекол у меня. Так, 11. Так, смотри, что мы делаем. 54 песка. Вот так, пусть она пока работает. А мы с вами сходим. Вот, значит, белое дерево, оно вот здесь, подожди. Как я сюда пробирался? Вот так вот сюда подняться. Эх. Вот, и вот сюда поднимаешься, вот оно тут стоит. Во. Давай попробуем. Нет, оно не это. Не собирается. Так. Хорошо. Тогда. Давай-ка мы к нему дорогу проложим таким образом. Да, чтобы вот знать, как к нему идет дорога. Да, вот здесь повесим просто для ориентировки один свет. Вот, вот, вот сюда она идет. Потом мы разберемся. Вот напиши, что это такое за белое. Почему оно не собирается? Как собрать белое дерево? Так, а у нас с вами пока что стеклышки. Стеклышки. Так, извини, друг, извини, слегка ушибся. А стеклышки давай мы вставим вот в эти окошечки пока что. Так, сколько у нас? 11 стеклышек. Всего тут ничего. Так, по крайней мере, здесь одно окошко сделаем. Блин. Тут 7 стеклышек всего, да? Так, распределим. Ой-ой-ой-ой, вот это плохо. Вот это плохо. Одно неверное движение, и ты его потерял. Ну ладно, сейчас как раз по-любому у нас пока готовится стекло. Что бы нам поделать-то пока? Что бы нам поделать? Я пока грядку расширим, что ли. Все равно надо. Тут у меня вокруг водоема. Вот, видишь, такие ирригационные у меня тут канальчики. Вот, смотри, да, сделаем такую ровную грядку. Смотри, вот здесь сколько у меня. Раз, два, три, четыре, пять. И здесь сделаем раз, два, три, четыре, пять. Чтобы... Так, вот с одним, так, раз, два, три, четыре, пять. А вот здесь у нас уже будет канал. Вот все, мы сюда запускаем воду. Шикарно. Вот тут у нас будет грядочка, мы ее сейчас вспашем. Это же у меня мотыга должна быть. Где у меня мотыга-то? Ну, от мотыга-то не проблема, потом мы ее возьмем. Здесь тогда мы все пока убираем. Лишнюю землю отсюда, собственно, тут вообще не нужна. Полностью убираем. А вот эту конюшню старую, я не знаю, что с ней делать. Посмотрим, как потом мы ею распорядимся. Так, вот здесь, смотри, как будет. А вот здесь у нас будет... Ну да ладно, в принципе, чё. Нормально, вот такая еще вторая грядочка. Давай третью вот здесь сделаем грядку. Все вокруг пруда. Тем более воды для нас никто не жалеет. Вот, здесь тоже. Подожди, раз, два. Ну, здесь сделаем такую тоже аккуратную грядку. Вот так вот сделаем. Ну, нормально. Ну, то, что тут будет грядочка, тут поровнее сделаем. Так, ну а дальше у нас тут какая-то уже незнакомая реальность. Кстати, тут тоже деревья.
имеются. Ну ладно, тут, собственно, уже что. Можно тоже убрать. Это все уберем, ладно. А, все, лопата, все. Ну хорошо. Все, сейчас в следующем видео пойдем смотреть.